славный Пресвятый апостол, святаго Священного мученика Фима епископа Никомедийского и Климента епископа Анкирского, святого мученика и архидиакона Лаврентия, святых и праведных Бога, Отец Якимиян и всех святых, помилуй, спаси нас, и вот и благо человека любит. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Из творения святителя Иоанна Златоуста. Изречение Писания – это духовное оружие. Если мы не умеем пользоваться оружием и хорошо вооружить им учеников, то само по себе оно будет иметь силу. Но взявшим его не может принести никакой пользы. Положим, что броня, шлем, щит, копье крепки. Но пусть кто-нибудь, взяв это вооружение, броню наденет на ноги, шлем не на голову, а на лицо. Щит станет держать не перед грудью, а постарается привесить к ногам. Будет ли тогда польза от этого оружия? Не будет ли еще вреда? Это всякому очевидно. Но произойдет это не от слабости оружия, а от неопытности того, кто не умеет хорошо пользоваться им. Так и относительно Писания. Если мы будем смешивать порядок его изречений, то хотя и в таком случае оно само по себе будет иметь свою силу, но нам не принесет никакой пользы. Я говорю это вам всегда и наедине, и в общественных собраниях, не имея никакого успеха, потому что вижу, что вы во всякое время привязаны к житейским делам, а духовных и тени нет у вас. Поэтому-то и в жизни мы нерадивы, и, подвязаясь за истину, немного имеем силы, а становимся смешными и для язычников, и для иудеев, и для еретиков. Если бы вы и в других делах показывали такую же беспечность, как здесь, то и в таком случае это не заслужило бы извинения. Но в житейских делах каждый из вас острее меча, как занимающиеся ремеслами, так и исполняющие гражданские дела. А в делах необходимым, духовным, мы совершенно нерадивы. Бездельем занимаемся, как делом, а что следовало бы считать самым необходимым, того мы не ставим наряду даже с бездельем. Или вы не знаете, что не для прежних только людей, а и для нас написано Писание? Не слышим ли, что говорит Павел, Римлянам 15:4? А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Знаю, что напрасно говорю, но не перестану говорить, потому что, делая так, оправдываю себя пред Богом, оправдаю, хотя бы никто меня не слушал. Проповедующий внимательным слушателям имеет утешение в их покорности. А кто часто проповедует, а ему не внимают, и однако ж он не перестает говорить, тот достоин большей чести, потому что ради угождения Богу исполняет своей стороны все, что следует, хотя бы никто его не слушал. Впрочем, хотя бы нам и больше было награды по причине вашего невнимания. Мы лучше желаем, чтобы она для нас уменьшилась, а увеличилась для вас надежда спасения, так как великую для себя награду считаем самое преуспение ваше. И это говорим теперь не для того, чтобы сделать слово наше тяжким для вас, но чтобы выказать вам скорбь о вашем нерадении, от которого дай Бог всем нам отстать и усвоить себе ревность духовную, да сподобимся и небесных благ, благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. Божья милость будет у меня грешным. Создал меня, Господи, помилуй.
Вячеслав, Господи, согрешил, помилуй, прости. Воскресением Христовым.